По поводу гигиены чуть-чуть хотел сказать, буквально два слова. Одна из моих первых книг как раз называлась «Йога. Личная гигиена». Автор Шри Йогендра. Вот она у меня такая старенькая, уже вся затасканная. Здесь очень много советов, как. Вот, например, вторая глава «Возможность вечной молодости», уход, дальше уход за зубами, глазами, ушами, органами пищеварения, кишечника и т.д. Дыхательный аппарат, мочеполовая система, мозг и нервная система и так далее. Общая гигиена. То есть, достаточно хорошие советы в свете последних событий, я думаю, будет актуально. И также вот тот, там посмотрите на стене у меня ВКонтакте и в Фейсбуке я разместил ссылку на телеграм-канал, я там буду тезисно выкладывать все занятия, чтобы вот это в сети не терялось, вот этот, там поток идет всего, все занятия, туда можно будет заглянуть и посмотреть всегда какое-то отдельное занятие в записи. Это будет легко, быстро можно будет найти. И, может быть, какие-то советы по текущим, там, по той же гигиене йогов. Хорошо. Сегодня у нас пранаяма и сурья намаскар разберем. Для этого, для начала, немножечко настроимся. Сядьте ровно, в любое удобное положение. Если... Вот я вчера говорил, если поток прерывается, просто продолжайте. Или переподключайтесь. То есть можно даже, у кого телефон не очень быстро, может быть даже перегрузить телефон и потом подсоединиться, ну, присоединиться дальше к занятию. Хорошо. Обязательно перед утренним занятием, вот пораньше вставайте, не прямо перед занятием, чтобы можно было помыться, сходить в туалет. Ну, это вот то, что личной гигиены касается. Обязательно сходить в туалет, попить воды. Причем сейчас очень много советов. Там и яблочный уксус, куркума, имбирь, чаванпраш и так далее. В принципе, это не только в периоды вот таких эпидемий, или я уж не знаю, сейчас эпидемия есть или нет. Ну и в любое время это очень хорошо поддерживает себя в ресурсном состоянии, чтобы ничего не оттягивало внутри и не тратило ваши силы. То есть болезнь это что? Это когда у нас что-то там начинает неправильно работать, например, просто поджатая мышца или что-то еще, и организм как-то с этим борется. Ну, вирусная инфекция это одна из патологий таких. Давайте прикрываем глаза. Хорошо. Я с детства слышал фразу «все болезни от нервов». И в последние годы я начал ее смысл понимать. Так вот, на занятии, ну, одна из задач у нас – привести нервную систему, мозг в гармоничное состояние, то есть в правильную работу. Если двигаемся в сторону легкости и радости, возможно, это правильное направление для нас. Почувствуйте сейчас все тело целиком. Сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов. Полностью все расслабьте. Вот как вы это понимаете? Расслабиться. То есть не шаблон какой-то в голове или ментальная конструкция, что вот я расслаблена или я расслаблен. А ощущение, поймайте, мышц, которые начинают отпускать все. Там глубина бесконечная. То есть можно в глубину заходить без конца. Вот в глубину расслабления. И чем глубже мы заходим в расслабление, тем больше ресурс появляется во все стороны. То есть мы
это можно почувствовать. Я не буду называть никаких своих ощущений, чтобы не путать вас. У каждого будет что-то свое. Чтобы немножечко усилить этот процесс, можно сделать вот такую мудру. То есть соединить большой и указательный палец. В данном случае мы усиливаем процесс расслабления и концентрации на расслаблении. Кому сложно сидеть вот так с скрещенными ногами, это временно. Если вы начали и будете дальше практиковать, просто постарайтесь в течение дня в быту использовать позицию на полу, или если вы где-то на диване, там скрестить ножки, чтобы у нас потихонечку раскрывались так тазобедренные суставы. Здесь, эти места. Это у нас разворот тазобедренных суставов наружу, вот сюда. Хорошо, сделайте глубокий вдох и выдох. Поднимаемся. Значит, в качестве разминки сегодня будет у нас, вот уже кто ходит на занятия, знает, это элементы танца Шивы. Мы сразу сейчас все суставчики начнем разминать. Новенькие, внимательно посмотрите, как расположены ладони. Вот я их сейчас ладошками коснулся, это ребром ладони бедер своих. И ладошки смотрят вверх. И теперь начинаем движение. Нам нужно описать восьмерки вверху. Ладошка вверх все время смотрит. Двигаем, двигаем, двигаем. Делаем вдох. Разворачиваем. И внизу восьмерка. За спину заходим. Выходим в исходное положение. Попробуйте сейчас копировать сначала. Кто знает, делаем вдох. Проворачиваем суставчики, выдох, в кистях, в локтях, в плечах, вдох, позвоночник, подключаем бедра, выдох, активно дышим, вдох, раскрываем грудную клетку, выдох, вдох, выдох, и вдох. Ладошки все время наверх смотрят. Представьте, здесь две чашечки кофе или чая. И вот вам нужно их удержать. И выдох. И еще раз вдох. Выдох. Теперь меняем направление в обратную сторону. Локти назад, ладошки разворачиваем. Разворачиваем, разворачиваем, разворачиваем. Сейчас кистями проворачиваемся. И вот таким рубящим движением возвращаемся. Внимательно, кто первый раз делает, посмотрите. И попробуйте сделать вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Не получается, ничего страшного. Просто пробуем, пробуем. Даже если это совсем непонятно, что получается, пробуем. Пробуем. Мы разминаем суставчики. И заодно разминаем то, что у нас между ушей, мозги. Подключаем голову сейчас активно. То есть у нас 70-75%, назовем, мозгов занимаются движением. 75%. Вот сейчас это движение активирует мозги. Давайте, правая рука. Правая. Раз. И чем больше новых движений, тем больше у нас нейронных связей образуется. То есть мы развиваем таким образом мозг. Угу. Два. Три. Только правая рука. Левая рука назад. Раз. Два. Проворачиваем все суставчики. Три. Почувствуйте, как
это приятно может быть. При... Почувствуйте приятное ощущение от движения. Теперь правая рука вперед, левая назад. Раз. Пробуем. Знаю, что сейчас будет многим непонятно, что это. Левая назад, правая вперед. Два. Пробуем. Левая назад, правая вперед. Три. И четыре. Вдох, выдох. Угу. Теперь левая вперед. Раз. Провернулись. Правая назад. Раз. Вдох. Выдох. Левая вперед, правая назад. Внимание сейчас. Сигналы. Перераспределите из головы. Левая вперед, правая назад. Раз. Два. Три. Давайте еще четыре. Вдох. Выдох. Хорошо, отпустили все. Почувствуйте ощущения сейчас, изменения в ощущениях. Вот, и одну штуку еще сделаем, вторую. Ладошки соединили перед грудью. Развернули, не теряя контакт. Раскрыли ладошки. И сделали такой грибок. Раз. В исходное положение. Два. Подключаем всю спину. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вдох. Выдох. В обратную сторону. То есть контакт. Ладони. Контакт, контакт. Вот до момента, когда дальше никак, разводим руки. Загребаем, как будто вы в воде. И теперь контакт сразу же здесь. Раз. Сначала плечи проворачиваем. Потом локти. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Внимание на ощущениях. Правая рука назад. Плечо. Локоть. Левая рука вперед. Локоть. Плечо. Правая рука назад. Плечо. Локоть. Левая рука вперед. Локоть. Плечо. Теперь не думая одновременно. Левая вперед, правая назад. Раз. Два. Три. Четыре. Левая назад. Левое. Плечо. Локоть. Правая вперед. Локоть. Плечо. Не думая. Левая назад, правая вперед. Раз. Если новеньким не получается сразу это сделать, делаем более простой вариант. То ли то одной рукой, то второй. Три. Четыре. Опустили все. Хорошо. Почувствуйте ощущения новые. Руки на пояс, покрутили таз. Раз. Два. Точка в центре таза. Начинаем ее в плоскости вращать. В плоскости вращаем точку эту. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Опустили все. Голову опустили вниз. И по кругу. Медленно. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
носочки. Вдох, разминаем ноги. Выдох. Очень важно, стопы, чтобы были все, вот мышцы там, не зажато ничего. От состояния стоп зависит то, как мы ходим, ну и, соответственно, состояние позвоночника. Основная сейчас. Ну, ко мне обращается в основном с болью в спине, реже уже в каких-то суставах. Хорошо. Внешнее, внутреннее. Внешнее, внутреннее. Стопы. Внешнее, внутреннее. То есть перекатились на внешнее, на внутреннее. Колени покрутили в одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Теперь чуть подгибаем правую ногу и делаем восьмерку, петлю спереди, восьмерку сзади. Петлю восьмерки сзади. Раз. Вот у нас восьмерка получается, бесконечность. Два. Можно руки в стороны. Раз. Два. Раз. Это у нас следующий элемент танца Шивы. Вперед ногу заворачиваем внутрь, носок внутрь. То есть завернули бедро. Назад разворачиваем. Сзади. Вот развернутое бедро заворачиваем. Разворачиваем. Заворачиваем. То есть включили еще ротацию тазобедренную. Разогреваем, оздоравливаем суставчик. Другую сторону. Развернули, свернули. Развернули, свернули. Пробуем равновесие. И самый простой вариант. Все, тут все мышцы начинают у нас разогреваться. Хорошо, встряхнули ножку. Левой ногой. Петля спереди, сзади. Спереди, сзади. Опорная нога присогнута. Спереди, сзади, спереди. Разворачиваем. Завернули бедро вперед. Назад двигаемся, развернули. Сзади то же самое. Двигаем, то есть ротацию добавляем к тазобедренному суставу. Угу, молодцы. Поменяли направление. Развернули, завернули. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Встряхнули. Встряхнули ножки. Давайте встанем на пяточки, ой, на стопы, и пяточками постучим. Пяточками стучим по полу. Встряхиваем все тело. Угу. Хорошо. Да, еще обязательно проветривайте помещение до, после или во время. Вот мне сейчас захотелось приоткрыть окно, чтобы свежий воздух. Сейчас много солнца, весна, за окном птицы. Давайте продолжаем разминку, делая приветствие солнцу. Кто не знает, внимательно смотрит, повторяет. Кто знает, слушает, повторяет. Будет некоторое усложнение. Все, смотрим, ничего сильно нового не будет. То есть я рассчитываю на, ну скажем, широкие массы, которые подключаются. И вот мне писали, первый раз начинают заниматься йогой. Это очень приятно, когда люди вдохновляются и начинают что-то делать. Ручки перед грудью. Сконцентрируйте свое внимание в грудной клетке и на ладошках. Почувствуйте, как пошло. Ну, как, ну что-то почувствуйте. Ощущение в грудной клетке. То есть это приветствие. Приветствие, это значит, мы от внимания в сердце выводим. И приветствуем, давайте друг друга поприветствуем, себя поприветствуем. Из сердца. Из сердца. Практика называется, ну комплекс называется, один из его вариантов, Сурья Намаскар. Сурья солнце, Намаскар приветствие. То есть мы приветствуем сейчас восходящее солнце, вот оно, я надеюсь, у всех оно где-то есть. Кто-то в записи, если будет смотреть, оно все равно будет. Давайте делаем вдох. Выдох. Вдох.
Опустили руки в выдох. Развернули ладошки. Соединили вверху. Вдох. Подняли. Посмотрели на ладошки свои. Выдох. Опустили. Первый круг. Первый полукруг будет медленно, чтобы новенькие смогли подключиться. То есть у нас мы уже сменили три асаны. Вот следующее. Наклон. Здесь важно подогнуть ноги, чтобы у вас живот был на бедрах, чтобы каждый раз эта круглая спина не перерастягивала поясничный отдел. То есть, если согнуть колени, таз проворачивается лучше, и можно живот на бедра уложить. Угу. Здесь выдох. Следующий вдох. Правая нога назад, широкий шаг. Отшагнули. Широкий шаг. Сейчас самый простой вариант. Выдох. И еще вдох. Растянули пахи, пяточкой потянулись назад. Выдох. Планка. Верхняя планка. Вдох. Выдох. Колени и грудную клетку вот сюда, на линию пальцев. Грудную клетку на линию пальцев опускаем. И подбородок тоже. 8 точек на полу. Вдох. Выдох. Опускаем таз. Сразу же ягодички поджали тазом, толкнули пол. И от этой опоры мягко макушкой выходим вверх. Избегайте вот таких положений. Без заломов давайте обойдемся спины. Мягенько спинку включили. Такой гигиенический, профилактический вариант. Посмотрели вверх. Вдох. Перешли таз назад и выпрямили ноги. Собака головой вниз. Выдох. Вдох. Горка или собака головой вниз. Или Адха Мукха Шиванасана. Смотрим вперед. Левой ногой подшагиваем вперед. Раз. Шагнули. Опять широкий шаг. Здесь будет вдох. На выдохе. Наклон. Подшагнули второй ногой. Выдох. И руки через стороны вверх. Вдох. С круглой спинкой поднимаемся. Раскатываем позвоночник. Коснулись ладонями. Выдох. Опустили. Это была у нас правая нога. Сейчас вторую половинку делаем на левую ногу. Вдох. Подробнее чуть объясняю для новеньких. Выдох. Руки опустили. Развернули ладошки. Вдох. Мягкий прогиб. Мягенький. Чуть-чуть. Выдох. Наклон. Левая нога назад. Вдох. Растянули пахи. Правая нога назад. Выдох. Собака. Планка. Вдох. Колени. Грудная клетка. Подбородок. Выдох. Таз вниз. Макушкой вверх. Вдох. Руки. Руками помогаем. Посмотрели глазами вверх. Выдох. Собака головой вниз. Правая нога вперед, широкий шаг. Правой ногой. Вдох. Сразу же почувствовали вытяжение. Выдох, наклон. Вдох, руки через стороны вверх. Выдох. Теперь ловим поток. Вдох вместе. Наклон, выдох. Правая нога назад, широкий шаг, вдох. В потоке двигаемся. Левая нога назад, выдох, планка. Вдох. Копчиком потянулись к пяточкам. Выдох, колени, грудная клетка, подбородок вниз. Таз вниз, макушка вверх, вдох, кобра. Посмотрели в потолок или в небо. Выдох, собака головой вниз, посмотрели назад, подбородок грудной клетки. Хорошо, левая вперед, вдох. Наклон, выдох, сразу большие пальчики вместе, пяточки чуть шире.
Руки через стороны. Вверх. Вдох. Выдох. На вторую ногу вдох. Выдох. Наклон. Левая нога назад, широкий шаг. Вдох. Правая нога назад. Выдох. Вдох. Опускаемся. Колени, грудная клетка, подбородок. Выдох. Кобра. Вдох. Сильные ягодицы. Выдох. Собака головой вниз. Правая нога назад. Вперед. Вдох. Правая нога. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Через стороны вниз. Выдох. Еще раз вдох. Поехали. Руки вверх. Ладошки соединили. Чуть глубже вытяжение. Выдох. Наклон. Чередуем наклоны и прогибы. Правая нога назад. Вдох. Левая нога назад. Выдох. Вдох. В планке вдох. Выдох. 8 точек на полу. Опустили грудную клетку, подбородок и колени. Таз вниз, макушка вверх. Вдох. Кобра. Собака головой вниз. Выдох. Левая вперед. Левой ногой шагнули. Вдох. Растягиваем дыхание. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Через стороны вниз. Выдох. На вторую ногу. Руки через стороны вверх. Вдох. Мягкий. Прогиб. Выдох. Наклон. Левая нога назад, широкий шаг. Вдох. Вторая нога назад. Планка, выдох. Вдох. В планке. Опускаемся вниз. Колени, грудная клетка, подбородок, выдох. И с удовольствием вдыхаем в кобре, вдох. Глазами тянемся в небо. Выдох. Теперь собаки головой вниз, макушкой вниз, подбородок, на грудную клетку. Руками оттолкнулись. Хорошо. Правая вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустили вниз. Руки через стороны вверх. Вдох. Руки через стороны вниз. Выдох. Правая нога назад. Вдох. Левая назад. Выдох. Вдох. В планке. Опустились на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левая вперед. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Через стороны вниз. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Мягкий прогиб. Выдох. Наклон. Живот на бедра. Левая нога назад. Вдох. Широкий шаг. Расслабили пахи. Выдох. Собака. Планка. Дандасана. Вдох. Опускаем колени. Грудную клетку. Подбородок. Выдох. Таз вниз. Макушка вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох.
Правый вперед, вдох. Наклон, выдох. Подшагнули. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Ладошки перед грудью. Несколько свободных, спокойных дыханий. Почувствуйте сейчас свои ощущения, что нового появилось. Восстанавливаем дыхание. Сейчас будет еще один подход, с усложнениями. Более сложный. То есть подключим еще чуть-чуть мышц, сухожилий, ощущений. Хорошо. Почувствовать мышцы в теле. И все время двигаемся в сторону расслабления. Какие бы у нас там позиции ни случались, сделали асану и пробуйте найти вариант, как в ней расслабиться. Как здесь расслабиться, как здесь расслабиться. И все вот это вот в потоке. Сейчас у нас домашний режим, движения мало, поэтому я включил динамику сегодня. Делаем вдох, чтобы сердечную сосудистую систему погонять. Выдох. Выдохнули. Руки через стороны вверх. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох, наклон. Правая нога назад. Широкий шаг. Вдох. Сейчас, внимание, приподнимаемся. Остаемся на ногах. Выдох. Руки вниз стекают. Руки через стороны вверх. Вдох. Сделали вытяжение в потолок туда. Да. В планку опускаемся. Выдох. В планке. Вдох. Выдох. Перешли на правую ногу. Ой, на правую руку. Левая рука и левая нога вверх. Вдох. Таз вверх. Потянули левый бок. В исходное положение. Выдох. Планка. На левой руке. Таз вверх, руки, ноги вверх. Вдох. Выдох в исходное положение. Вдох. Опускаем колени, грудную клетку. Выдох. Таз вниз, кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Три дыхания здесь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Носочком потянулись в небо. Выдох. Вперед, широкий шаг. Колено вниз. Заднее колено. Вдох. Колено вниз. Приподнялись. Пальчики стекают вниз. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. И в наклон переходим. Шагаем вперед. Выдох. В наклоне. Руки через стороны вверх. Вдох. И через стороны вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон. Выдох. Левая нога назад. Широкий шаг. Вдох. Приподнимаемся. Выдох. Ручки висят. Пяточку толкнули назад. Руки через стороны вверх. Вдох. Посмотрели на пальчики. Выдох. В планку перешли. Вдох в планке. Выдох в планке. Вдох, еще два дыхания. Выдох. Вдох.
Руки сгибаем. Выдох. Согнули руки. Вдох. Выдох. Еще дыхание. Вдох. Колени вниз. Выдох. Грудную клетку и подбородок вниз. Вдох здесь. 8 точек на полу. Выдох. Таз вниз. Макушка вверх, кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Два дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Вытянулись правой ножкой вверх. Макушка вниз. Широкий шаг вперед. Выдох. Колено вниз. Вдох. Вытянули пальчики на ноге. Приподнялись. Выдох. Стекают ручки вниз. Теперь поднимаем их вверх. Вдох. Руки вверх. Наклон. Выдох, ноги вместе. И руки через стороны вверх. Вдох. И выдох. В исходное положение. Три дыхания. Руки перед грудью. Три дыхания. Почувствуйте, как себя, вот что сейчас ощущает тело, какие сигналы идут. Опускаем руки. Ножки на ширине таза. И приступаем. Четыре подхода у нас. Пранаяма. Подходы буду сейчас небольшие делать, чтобы новички тоже смогли включиться. Вот для начала полное йоговское дыхание. Начинаем вдох от живота, живот, потом ребрышки, потом ключицы, область ключиц. Выдох, ключицы, ребра, живот. Несколько глубоких полных дыханий. Хорошо, выдохнули. Почувствуйте вес тела, стопы, колени, бедра, позвоночник, промежность, горло, голову, лицо, руки, стекающие вниз. Тяжелый низ, легкий вверх. За макушку себя подтягиваем вверх. Отлично. Первый подход. Капалабхати. Капалабхати. Импульсное дыхание. Сегодня без особых объяснений, просто делаем. Медленно. Раз, секунду. То есть резкий выдох всеми дыхательными мышцами. И вдох произвольный. То есть сколько воздуха войдет, столько войдет. Хорошо. Следующее. Держим кулаки возле, вот здесь груди, возле плеч. Делаем вдох. Выдох. Хастрика. Вентиляция легких. Все. Делали вдох. Надули щеки, задержали дыхание.
Руки в кулаки, плечами двигаем. Вверх, вниз. На задержке. Выдохнули. Сделали вдох. Сейчас будет выдох резкий и втягивание живота. Вдох. Выдох с симхасаной. Тянули живот. Отпустили. Ножки вместе. И восстановительное дыхание. Руки через стороны вверх. Вдох. Поднимаемся на носочках. Тянемся вверх. Выдох. Поджимаем головную щель. Уджайи и дыхание. Вдох. Потянулись. Выдох. И вдох. Макушкой и пальчиками потянулись. За копчик вниз. Выдох. Хорошо. Ноги на ширине таза. Вдох, выдох. Это был первый подход. Второй подход. Капалабхати чуть побыстрее. Закончили. Салфеточку можно взять, чтобы вытирать, если появляется слизь. Сейчас у нас хастрика. Хастрика плечами. Двигаем плечами. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Пересоединяем пальчики. Закрываем большими пальцами ноздри. И ртом начинаем пить воздух. Поднимаем голову, растягиваем шею. Задержали дыхание. Опустили голову, перекрыли горловую щель, щеки надули. 10 приседаний. Выдохнули. Вдохнули. Симхасаной выдыхаем. Агнисарадхаути. Давайте. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Ножки вместе, руки перед собой, поднимаем вверх, вдох, выдох, уджайи дыхание, вдох, выдох, медленно, и еще раз вдох, выдох. Молодцы. Ноги на ширину таза. Осаживаю секундочку. Третий подход. Капалабхати чуть побыстрее. Ну, чуть-чуть еще.
Выдохнули. Теперь пхастрика животом. Выдохнули. Вдохнули. Перекрыли горловую щель, надули щеки, сжали кулаки. Вперед крутим руками. На задержке. Выдохнули. Второй подход. Руки назад. Вдох. Щеки. Назад. Выдох. Вдох. Выдохнули. Кинули живот. И здесь уже у кого освоено наули, подключаем наули. Или просто втягиваем живот. Хорошо. Отпустили. Ножки вместе. Руки через стороны. Руки в стороны. Вдох. Раскрыли грудную клетку. Выдох. Соединили ручки. Опустили. Вдох. Выдох. Выдох. И давайте еще раз вдох. И выдох. Вдох, выдох. Прикройте глаза. Почувствуйте сейчас ощущение себя. Как вы сейчас себя чувствуете? Последний подход. Капалабхати. Самый быстрый вариант. Ну, самый быстро возможный. Выдохнули. И теперь у нас пхастрика, это вот движение легких вверх-вниз. Руки, плечи раскрываем назад, живот вперед, это вдох, выдох, живот внутрь, плечи вперед. Выдохнули. Вдохнули. Перекрыли горловую щель, не дышим. Щеки надули. И хлопаем себя по лопаткам. Хорошо. Выдохнули. Вдохнули. Выдох, втягивание живота, наули, агнисара, все, что умеете. Через стороны вверх, вдох. С шипящим звуком, прерывисто. Со свистящим.
прерывистый выдох. И вдох. Ступенечками выдыхаем. Все, расслабили. Мягко дышим. Давайте присядем. Можно на коленочки. Давайте. Или скрестив ноги. Почувствуйте сейчас себя. Позамечайте какие-то изменения в ощущениях. Вот. Обратите внимание на мышцы. Дайте им расслабиться. Угу. На этом активная часть у нас заканчивается, занятие. Дальше я предлагаю самостоятельно полежать в шавасане. Обязательно поставьте, если вам понравилось занятие, поставьте там лайк или напишите что-то, свой отзыв, отклик, если есть. И сделайте приятное другим, репост.